И о новостях культуры. В городе Саки презентовали методическое пособие «Танец ансамбля Хайтарма». Автор книги – крымско-татарский хореограф Аким Джемилев. Инициатором издания стал его сын. Он собрал труды своего отца. В книге впервые описаны народные крымско-татарские танцы. Среди них «Ахарава Хайтарма», «Явлы-Хуэно», «Чобан-Уэно», «Хуран» и другие. Издание может служить методическим пособием для ансамблей и коллективов художественной самодеятельности любителей народного танца. Книга издана тиражом 300 экземпляров. Здесь именно передан фольклор, национальный фольклор крымско-татарского народа. Ведь в каждом народе есть свои фольклорные сказки. Можно государственный ансамбль танцы Грузии взять. А вот здесь, в этом танце, здесь как раз фольклорные танцы всех крымско-татар. Вот почему она уникальна сама собой. Здесь не только она описание танца, здесь и само показано. Это как выпущен, как учебник. Танцы имеют именно особую роль в жизни крымских татар. Это те семь танцев, именно народных танцев, которые Аким Джемилев, показав в своей книге, раскрыв всю, будем говорить, красоту этих танцев,